Тайны и тонкости профессии фотокорреспондента. С уст одного из лучших фотокоров Одессы Алексея Кравцова. Послушаем, что интересного. Суббота, утро, а в зале уютного кафе яблоку негде упасть. Мастер-класс Алексея Кравцова «Второй фотозавтрак» в рамках проекта «Одесская сушка». Постичь тайны профессии фотокора пришли начинающие профессиональные фотографы. Сейчас фотографируют все, а как сделать это своей профессией – это вопрос. И вот наши фотозавтраки – это такой образовательный проект, именно для того, чтобы люди могли идти в направлении своей мечты. Алексей Кравцов с фотоаппаратом в руках уже около 15 лет, почти 8 из которых работает в издании «Думская.нет». Находиться всегда в центре событий – его главная профессиональная задача. Ради эффектного и интересного кадра нередко приходится рисковать жизнью. Если вы хотите стать фотокорреспондентом, нужно прийти к мысли изначально, что это низкооплачиваемая, довольно сложная, а в недавних пор еще и вредная для здоровья работа, но веселая. Если вы хотите поменять вот свое здоровье на свое ежедневное веселье при отсутствии всяких гарантий, то милости просим фотокорреспондента. Фотокорреспондент никогда не появляется в кадре, а известность и почет ему может быть обеспечен лишь в узком профессиональном кругу. Несмотря на это, успех любого интернет-издания зависит именно от первоклассного визуального контента, который в новостных изданиях обеспечивают именно они – фотокорреспонденты. Павел Репин, Виталий Прус, Думская ТВ.